Сразу же мне попалось. Ой, ну, ой, 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 привери, это... Не блевани только. Мне не нравится. С вафельной кружкой. Вообще сейчас имеется какой-то плюс. То есть она реально вздулась немножечко. Да? Да, цена на самом деле на порядок выше, чуть ли не в два раза ниже. Оказывать какую-то супер дешевую галимую, ну, сотрудничать с супер дешевой галимой фирмой. Всем привет! С вами Селена Свои, скромняга Крис. И сегодня мы для вас приготовили необычное видео. Самое главное, что оно супер-мега-пупер полезное. Потому что сегодня на моем канале и на Кристинном канале, так как очень много купили продуктов, мы будем тестировать продукты из Ашана фирмы каждый день. Каждый день, каждый день, every day они продают для нас еду, и мы ее поглощаем. Что ты можешь сказать вот на первый взгляд об этой еде? Я могу сказать, что их бренд на каждый день. Да, выглядит очень эстетично, в общем-то, зеленый и желтый цвет добавляют гармонии, да, и кажется, что демократичная цена, вроде бы. Но на самом деле много дешевых продуктов, я тебе скажу, что не все там дешевое, там может быть что-то одно дешевое, а так я уже сижу с тарелкой, не могу ничего больше говорить. Что есть? Ладно, давай начнем тогда. Мы решили разделиться на два канала, то есть мы сейчас часть снимем на моем канале, и дальше я оставлю ссылку на видео, и вы продолжите смотреть кучу прикольных продуктов, которые мы для вас приготовили. Первое, с чем я хочу с вами поделиться, это то, что я уже знаю, беру постоянно, и, честно говоря, лучше я еще не нашла. Это семга, либо форель, Кристина, убери телефон подальше, быстро. Семга или форель слабосоленая именно каждый день. Я беру ее всегда в Ашане. И, честно говоря, вот какие рыбы я другой фирмы брала, не то. Она реально слабосоленая, она очень вкусная. И я ее съедаю, ну вот могу за один вечер съесть. Консервант, бензонат, натрия. Угу. И что это значит? Поэтому она такая вкусная. А ты думаешь, других нет, да, бензонат, натрия? Надо читать, я не знаю. Давай откроем, я тебе сделаю бутербродик. Ты пробовала вообще? Ты знаешь, еще не пробовала красную икру. Нет, не красную рыбу, а именно каждый день. Ну, тебя, по-моему, я не помню. Посмотрите у нас сколько. Та-дам! Чтобы вы понимали, что у нас тут и консервы, и чай, и все-все-все. И вот даже вот. Страшно подумать. И вот даже вздутая капусточка. Это да. Эта история, вчера просто мы с Кристиной набрали все и потом пошли тусить. То есть целый день все эти продукты пробыли в заднем... Но прежде мы пошутили на этот счет, сейчас прокатаемся, все повздувается. И оно реально все повздувалось. Ну неужели такая жара на улице, я не знаю. Ну-ка давай на тарелочку. Сейчас я буду все... Может еще принести? Ну принеси. Только тут не шишукайся. Пахнет рыбка нормально, вкусно, как и всегда. Сейчас я вот так отрежу. Ой, я ее обожаю. Блин, это самый лучший вкус рыбы. Просто. Прям хочется сейчас одно ее налопать. Да давай без хлеба. Зачем? Зачем нам хлеб? Хочешь нам без хлеба? Дашь. Не, лучше с хлебом и с маслицем. Да, все-таки с маслом. Я еще лимончик добавляю. Или выдавить дольку лимона, или просто сверху кладут. И еще можно помидоры, огурец сверху. Кстати, а есть каждый день масло? Это вот масло есть, мы другое. Есть. Блин, надо будет попробовать тоже, да? Раз. А в пятерочке какой там бренд? Вот. Тоже их какой-то линия. Красная цена. Ого, Селена! Что? Класс? Да. Это мое фирменное вообще. Можно я уже начну? Подожди, стой. Ну что, давай. Скажи. Самое первое, самое вкусное. Вообще сейчас имеется какой-то плюс. Ну, я думаю, у нас и еда еще вся. Не пропавшая, да? Лимончиком надо просто спалить и все. Я тебе серьезно говорю. Если у рыбки появился легкий душок, да это легкий душок. Некоторые специально вообще любят такую рыбу с душком. Я не люблю. Подожди. Но она тоже лежала? Да, все лежало у нас, девочки, где-то... Сколько пролежало? Так, телефон под рукой, 03 уже наготове, если что. Если это видео выйдет, все в порядке. Но оно все равно вкусное. 10 часов она пролежала в жаре. Ну так получилось, но мы тоже люди не без греха. Но рыба это супер-мега вкусная. Все равно... Даже сейчас очень вкусная, нежная, да? Угу. А я вот лимончик люблю капать. Ну,
он в холодильнике. Да. Короче, девочки и мальчики, кто не пробовал рыбу каждый день в Ашане, просто возьмите, попробуйте. Форель или семгу, в принципе, не важно. И по цене, я помню, мы тоже когда покупали, она, кстати, по-моему, даже чуть-чуть дороже, чем вот какая-то другая, там, Русское море или что-то. И прям огонь. Да, и соли прям в меру. Соли вообще, она вот реально слабо соленая. Так, ладно, рыбу мы попробовали. Давай, вот смотри, капустку, мы, может быть, будем в прикуску ее с чем-то есть. Она реально вздулась немножечко. Но я слышала, что в Ашане очень много кто хвалил именно капусту на каждый день. Она недорого стоит. По-моему, Алена черненькая моя говорила, что... О, сразу сдулась. Что очень вкусная вот эта вот капуста. Так, ну судя по запаху, запах неплохой. Ну вкусная. Я уже брала. А, так ты брала? Нет, Лена хвалила. Она хвалила, я уже брала. Да. Вкусно, да? Да. Прям просто бест. Давай вот так откроем. Прикусочку будем. Никаких бензонатов, чисто капуста белокочанная, вода питьевая, морковь и соль. Все. Вот, это она и говорила, что оно вообще это без круто. Лишних добавок. Да, да, да. Вообще такая прям, она немножко газированная даже. Так, пока что мы идем по одним одобрямкам, да? Очень прям классно, вкусно. Так, давайте, знаете, что попробуем? Я взяла вот такую икру мойвы с кусочками копченого лосося. Вообще, я очень люблю вареную колбасу. Берешь кусочек хлеба, намазываешь вот такую вот икру и сверху вареную колбаску. И мне очень нравится, когда ты ешь колбасу, а там внизу хрустит такой вот какой-то вкусный... Вкуснота, короче, хрустит. Икринки такие. И я обычно беру не вот, ну, не каждый день, не каждый день, в первый раз сейчас попробуем. Мы... Вообще, я беру другую фирму в стеклянных банках. Пойду себе сахарок. Сейчас я намажу нам с Кристиной маленькие такие бутербродики, просто для пробы, чтобы понять. Потому что знаете, что я слышала об Ашане? Что вот эти вот фирмы на каждый день, что они сотрудничают с какими-то брендами хорошими. Вот. И да. Они просто закупают больше, да. И ставят свою фирму. Но они закупают специально у хороших брендов, да. Именно вот вкусных, потому что каждый день фирма... Но это как бы ашановская фирма, это их лицо, поэтому им не в их интересах заказывать какую-то супер дешевую галимую, ну, сотрудничать с супер дешевой галимой фирмой. Вкусно. Прям так же, как я покупаю в тех стеклянных банках. Да? Да, цена на самом деле на порядок выше, чуть ли не в два раза ниже. Ты уверена? И они есть разные, да. Я люблю именно красные, вот они с... А, есть с копченым лососем, есть с креветкой. Я обычно с креветкой беру, но если нет с креветкой, то беру с лососем. Я взяла помидорчики, так как я знаю, какие помидоры вкусные в фикс-прайсе. Я решила их сравнить именно с фикс-прайсом. Маленькие помидорчики черри всегда прекрасные, вкусные. Кстати, лайфхак, кто не знал. Вот так вот ножик ставите, чуть-чуть его поворачиваете. Слышите? Оно не всегда с первого раза трещит, можно просто с трех сторон сделать по чуть-чуть. И очень легко открыть. Ну, не совсем легко, но почти. Лето, уже соленье. А все равно, а я сразу представляю картошечку жареную. Я очень люблю именно соленые помидоры с жареной картошкой. Вкусные. Это вкус детства. По вкусу, как делает моя мама прям. Офигеть. И по соли, и по сахару слегка сладко. Ну, не сладко, да. А вот то, что надо. Прям вот. Реально вкус детства. Не кислые, не соленые. Идеальные девочки. Идеальные помидорчики. Да. Запомнили? Не разваленные, красивые все, а один к одному. Да. Каждый шарики. День черри. Вау-вау. Вообще, я пока что безумно довольна. И еще. Ну это смешно выглядит. Это выглядит смешно и выглядит ужасно. Я на самом деле взяла эти огурцы соленые. Именно, чтобы, ну, поржать, посмеяться, вполне возможно, что они отвратительные. А сейчас как покорят? Не, ну, выглядит, знаешь, чтобы давай пополам один. Чекуху, знаешь. Да. Ну, огурцы. Понюхай. Ну, прям соленые. Нет, пахнут нормально, кстати. Если к оливье, вот, запах нормальный. К оливье-то, да, сразу. Ну, а куда? Ну, я просто не особо огурчики, я крайне редко. Вкусы нормальные, упругие. В меру. Да, твердые, это хорошо. Прям как домашние.
Не как корнишоны. Ты просто привыкла, корнишончики красивые, не, маленькие. Не, я знаю, что такое соленые. И мне недавно... Это прям как домашние. Алена угощала недавно меня солеными огурцами. Они очень вкусные домашние были. И вот я скажу, достойные. Вообще, да. Причем вид у них такой у некоторых вообще, он раздавленный. Кажется, такой, да. Очень прям страшный такой. Я думала, но они все равно хрустящие, такие прям нямняшки. Как, немножко как с бочки, но это как не с бочки, вот. Соленые. Это соленые, как с баллона. А что там за добавки? Укроп, чеснок. Кстати, ничего опять лишнего. Все натурально. Огурцы свежие, вода питьевая, соль, укроп, порошок горчичный, чеснок сушеный, лавровый лист. Все. Одобряемся. Да. Класс. А так стояли такие ха-ха-хи-хи. Ржали, реально. Так, следующее, что я хочу попробовать, это горошек консервированный и кукуруза сахарная. Что касается горошка и кукурузы. У меня очень сильно Денька любит горошек. Горошек я люблю, чтобы он был не твердый, мягенький, вкусненький. Мы сейчас это проверим здесь. Кукуруза я всегда беру Бондюэль, потому что я очень много разной кукурузы пробовала. Она, во-первых, не всегда вкусная, а во-вторых, не всегда мягкая такая, знаете, чтобы прям реально крутая была. Короче, буду я проверять сейчас кукурузу и горошек на мягкость. Есть у меня охренительная открываха. Очень простая. Я просто уже успела прочитать, здесь опять ничего лишнего. Я в шоке. Я в шоке. Научились делать без всяких плохих добавок, что ли? Может, врут? Ну, да ну, кукуруза, вода, сахар, соль. На самом деле этого хватает для того, чтобы сделать консерву. На, открывай пока, какую-то. Мне ставь кукурузку. Офигеть, классная штука. Да вообще, просто... Я вспоминаю, как мы той долбали. Да, да. Я думаю, что я раньше не покупала. Она продается в Икее. Вообще за 70 рублей, что ли, там, ну, недорого. Так, с виду много воды. Да? Ну, вот вообще-то некоторые любят сок такой. Мама любит, но говорят, он очень вредный, я не знаю почему. Может, ну, вредный, где... много сахара. Нет, по-моему. Вредный, где натрия бензонат, ну, везде сахар. Блин, что-то я переборщила. Нет, по вкусу, кстати, а в детстве ты не пила сок с горошком? Пила, а здесь вроде нормально. Да. Ты знаешь, мало соли и сахара, я тебе скажу, практически просто вода. Вот здесь видно, а тут не видно горошек. Покажи, что не видно горошек. Вообще не концентрировано. Горошка не видно. Да я верю, верю. Горошка не видно. Даже я вот так вот делаю. Ой, он глубоко. Короче, да. Тут воды аж очень глубоко. Три четверти. Вот так вот у меня вода где-то сверху. Пробую. Ну каково? Но я вот даже ложку сейчас тыкаю и слышу звук, чувствую, как ударяется ложка об этот твердый горох. Не твердо? А по вкусу нормально, упруги. Нормальные. И мне нравится, знаешь, что? Угу. Шкарлупа отдельно не застревает. Угу. Неплохой горох. То есть он весь растаял. У меня бывает Денька вот кушает горошек и шкарлупу, прикинь, вытаскивает. Ну, Денька вообще находит, что вытащить. Так, ну ладно, горошек нормальный, терпимый, вообще Денька должен его одобрить. А вот кукуруза, вот это меня интересует. Потому что кукурузу я сама люблю и не всю люблю. Горох, я удивлена, бывает дешевый бюджетный горох, его просто выкидывать надо. Блин, вкусный. Нормальный горох вообще. Да? Угу. Попробуй. Да, ничего не удивляет. Блин, кукуруза огонь. Слушай, я удивлена. По-моему, а мы раньше брали, подожди, я брала, мы брали когда-то дома и кукурузу, и горошек, фигня была какая-то. Жрется классно, мягенько. А что за сорт кукуруза? Не написано. Написано. Не, ну они же там есть Бондюэль, есть там наша. Белгород. Да, мы не узнаем, что за кукуруза. Кукуруза огонь. Да, и посмотрите, тоже одна от одной, пропавших нету. Я теперь буду всегда брать вот эту кукурузу, кстати. И горошек неплохой. Ну, горошек, да, неплохой, но просто я сама по себе горошек не люблю. Если Деньке понравится, он будет его есть, то могу брать. Вот, а кукуруза, это реально очень вкусно. Уже немного... А, подожди, паштет! Паштет стоил вообще там 30 рублей, наверное, или даже 17, я не помню. Ну, мы его сейчас попробуем. Я просто вспомнила про фикс прайс, паштет, который я любила. Но только в том паштете, пусть там рога да копытца... А здесь е-е-е-е-е, понимаешь? Рога да копытца, это там написано, да? Там такой состав, там был рога, копытца. Но главное, что там не было е, понимаешь? Ну, вообще тогда это хороший состав. Это значит кальций, фосфор, там, желатин. Ну, а тут... Не, он вкусный паштет, ну что, паштет.
Я кусила, вот тебе сейчас сверху намазываю. Ты это пробовала уже, паштет? Нет, первый раз. Ну, вкусный. Ну, вот то, что он с ешками с одними, хотя говорят, что они все Е одинаково вредны. Если продают людям, что они нас хотят отравить? Е-415, Е-471, Е-491. Всего-то там. Краситель красный рисовый. Вообще натуральный. Глюконат натрия. Вот вроде все. Все самое страшное. Но сам паштет вкусный. Если кто-то не обращает внимания на состав, а чисто на вкус, то можно. Так, еще у нас есть из творожный сыр с зеленью. Да, кстати, у Грисинки мы будем пробовать такой творожный сыр с грибами. Я люблю вообще такой творожный сыр. Он тоже продается по 70 рублей там, по-моему, таких больших. Да, вкусный. Да? Я у тебя, по-моему, когда-то тоже первый раз с укропом. На вкус вообще, ну, на запах то же самое, что и вот. Я слышишь, паштет только намазала сверху. Ну все, во рту все равно остатки. Давай ты первая кусай. Мне... И мне половинку оставь. Первые куски такие сожрали. 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 Сразу же мне попалось. Ой, привереда, попалась. Не, я не привереда, просто ты не сказала. Любишь? Маленькая палочка твердая. А ну-ка, придержи. Чуть зуб не раскрошила. Придержи, придержи. Придержи. Вот это вот другое дело. Ты половинку мне собираешься оставлять? Походу, она забыла, да? Не. Абсолютно такой же, как и продается за подороже. Поэтому вкусно, да, и можно брать смело. Вообще на завтрак с хлебцами. Супер вообще. С зеленью замечательно. У Грисинки с грибами будем пробовать, посмотрим. В принципе, все почти попробовали, остались десерты. Давай начнем. Ну, десерты, как десерты. Вот попкорн соленый. Я недавно была у друзей. Они делали прям горячий попкорн. В пакете покупали, засовывали в микроволновку. Он прям горячий, такой классный. Доставали. Я что-то полюбила соленый попкорн. Ну, просто хочу попробовать. Ну, 7 рублей стоит или 11 стоит. Пахнет вкусно, попробуй. На вид очень симпатичные, аппетитные, бело-желтенькие, сливочный какой-то, ну, даже классный. Цвет пахнет, да, приятно. Но я попкорн, я когда-то отравилась им, а не люблю. Попкорном отравилась? Да. Ой, ну на вкус, да, воздушные, приятные, хорошие. Бывает тут, знаешь, с другой стороны тоже вот эта корка грубая. Ну да, здесь мягкая. Все прям из молодой кукурузки. Слушай, ну можно набрать много такого, да, фильм взять и дома... На своем большом экране, какая смотреть. Да, очень. Прикольно. Взяла вот такие подушечки, потому что их много хвалили тоже в фикс-прайсе. Ну, можно попробовать. Шоколадная начинка. Я их не люблю. Я тоже. А как же мы будем оценивать? Давай пополам. Какая ужасная подушка. Давай пополам. Одно? Ну да. Что-то тебе четвертинка. Может быть, я тебе поверю? Нет, я слышу мягенькие, да, слышу? Мягенькие. Мягкие прям. Ой, ну нормально, я думаю, кто любит подушки, понравится. Не блевани только. Но если сверху капусту положить и помидор. Нормальные подушки, главное, они хрустящие и свежие. Вот если кто вообще, да, мягкие, я думала, они будут твердоватые даже. Я просто не люблю их тоже, да. Брать больше не буду. Ну и, короче, шоколадка, молочная плитка, мне что понравилось, она с вафельной крошкой. Я разные мы брали, пробовали, прикольные. Они бывают и с, еще с чем-то. Реально крошка, гляньте. Тверденькая. Хотя она не лежала, кстати. Я пробовала, я знаю, они вкусненькие. Ты намекаешь на то, что ты не хочешь пробовать? Ну я просто их мы разные брали, они не только с вафельной. Там есть и молочный шоколад, и горький шоколад, Горестый. Еще с чем-то там. Да, Горестый. Они разные. Мы одно время, я брала разные, мы пробовали, и, в общем-то, они неплохие. Но, конечно, не настоящий, вот как, да, пишут, там 100%, 70%, 90%, не такой шоколад, а вот как вот молочные шоколадики, ну, плиточки. Я бы назвала кондитерская плитка с молочным шоколадом. Мне не нравится. С вафельной крошкой. Ну, такой недорогой шоколад. Неплохое молоко, сухое, безжиренное молоко. Эмульгатор, ты, наверное, почувствовала. Я такой шоколад не ем. Ну, как вот, да, немножечко такое. Я почувствовала, что шоколада нет. Почему-то в какао есть. Посыпано. Знаете, вот самый дешевый шоколад.
Ну а ты какой хотела? Самый дорогой в дешевой обложке. Ну блин, ну даже тот же Россия, они могли бы с ним сотрудничать. У них очень хороший шоколад. Ну этот на любителя шоколад. Короче, я шоколад не одобрялся, извините. Я к шоколаду очень хорошо отношусь и очень его люблю. Я и... говорю, ну это да, не совсем шоколад. Ну я вообще, конечно, шоколадосодержащая плитка. Ну серьезно. Ну да, не вкус. Какао. Ну что, все, пошли на твой канал, у нас еще целая... Давай подведем итог с того, что мы сегодня попробовали. Давай. Я удивилась, меня, конечно, не спрашиваешь. Но я вообще, честно сказать, я же говорю, тоже какие-то продукты пробовала, горошек, кукурузу. Либо нам не повезло, но вот твердая прям была. И мама на рыбалку только убрали, она прям твердая для рыбок. Очень все классно, по соли, по сахару. Сейчас меньше соли ем, и все, что чуть-чуть больше соли, уже соль во рту у меня. Вот это все в меру, да? Не переборщи. Ага. Слушай, закрывай банки, пошли быстро ко мне теперь. Это ты сейчас наешься. Все, мои хорошие, я очень рада была с Кристиночкой для вас затестировать эту еду. У нас еще столько же еды. Идем на ее канал, проходите по ссылочке внизу. Все, что здесь сейчас было представлено, реально очень вкусно. Да. Единственное, паштет с ешками я не ем. И шоколад на мой вкус совершенно шоколада не чувствуется. Подушечки я просто не люблю. Махнула одним крылом, полетела с капустой. Да. Все остальное реально классное, вкусное. Да. Одобрям. На удивление, соленья вообще. Буду брать. Рыбу обязательно попробуйте. Это мой лав. Это все классно вообще. Все, пока. Лайки, подписки, кто первый раз. И по ссылке Кристинки. Пока-пока.